Сегодня мы создадим еще одну полезную программу, а точнее функцию. Давайте создадим с вами пользовательскую функцию, которая будет доступна из любого листа Excel. Что она будет делать? Она будет делать следующее. Допустим, у нас есть некое слово, которое содержит в себе помимо букв еще и цифры. А наша задача, то есть задача нашей функции, это достать все цифры из этого слова. В данном случае результат будет такой, да, то есть если строка пустая, возвращаем ND, то есть no data. Если это слово, то есть не содержит цифры, возвращаем просто 0. Как же сделать, инициализировать пользовательскую функцию VBA? Открываем редактор VBA, добавляем здесь сюда модуль, в модуле добавляем функцию, пускай будет тест. А теперь обратите внимание сюда, здесь должен быть модификатор доступа public. Теперь мы переходим на лист Excel, нажимаем равно, начинаем набирать слово тест, и мы видим, что функция доступна сейчас у нас в пользовательском режиме на нашем листе. Но если мы его запустим, эту функцию, то эта функция по умолчанию возвращает 0. То есть сейчас ничего не обрабатывается. Чтобы она возвращала значение, как вы помните из одного из уроков, необходимо присвоить некое значение, допустим, Hello World. Если мы перезапустим эту функцию, мы видим, что у нас возвращается значение Hello World. Собственно, также функция может и принимать аргументы. Например, string, sString. S-string, пускай будет, например, price s currency, допустим. И если мы наберем эту функцию test, мы видим, что у нас появились два аргумента, которые ожидает данная функция. Если мы передадим значение этой функции, например, вот сюда, вот это слово, а здесь пускай будет 0, то в редакторе, где находится наша с вами функция, соответственно, сюда попадет значение, переданное из листа, из пользовательского листа, то есть отсюда. Можем это проверить следующим образом. Давайте сделаем так. Просто зададим string. А этот аргумент давайте удалим, потому что он был сделан для наглядности. Мы видим, что, собственно, происходит как бы просто копирование значений. Так вот, давайте теперь создадим, наконец, результат. То есть, чтобы у нас результат выводился именно такой, который мы ожидаем с вами. То есть, именно выделение цифр из слова. Давайте сделаем следующее. То есть, для начала давайте создадим здесь несколько переменных. Dim. Назовем переменную length. As long. И переменной length давайте зададим длину нашего слова, то есть string. Так, секундочку. Strings length. Как вы помните из одного из уроков, где я рассказывал про встроенные функции в VBA, данный модуль содержит в себе кучу разных функций, которые работают с словами. То есть они их тримят, то есть разрезают, возвращают длину. То есть len в данном случае это от сокращенного, то есть сокращенное слово от слова length, то есть длина, да, по-английски. Эта функция просто-навсего возвращает нам количество символов, содержащихся в слове, которое мы передаем в качестве аргумента. В данном случае, если мы сделаем следующее, то есть мы укажем здесь. Так, давайте для начала назовем еще функцию понятно. Чтобы функция не просто называлась тест, а как-нибудь. То есть ее название говорило о ее функциональности. Назовем ее getNumbers from, например, string. String. Вот. GetNumbers from string. Напишем здесь. Давайте для начала напишем какое-нибудь тестовое слово. Test, например, 4, 3, 5. Равно getNumbers from string. Передаем аргумент. И давайте посмотрим. Нажмем здесь клавишу, то есть нажмем здесь точку останова. Мы видим, что length у нас содержит число 7. То есть в данном случае получается, что длина вот этого вот слова 7 символов.
Так, длину мы получили. Давайте теперь создадим соответствующий массив с той же длиной. Назовем переменную chars, то есть символы по-английски s variant. И после определения длины нашего слова создадим соответствующей длины массив. Redeem. Так, chars s variant. Воспользуемся вот таким вот синтаксисом. Так. Теперь, если мы запустим, еще раз давайте запустим отладочку. То есть поставим точку останова. Так, мы видим, что массив у нас становится... То есть длина массива становится соответствующей длине символов в нашем слове. То есть 7 штук, да? Теперь давайте заполним каждую букву, то есть соответствующим элементом, да? То есть каждую букву соответствующий элемент массива. Так, делаем это следующим образом. Напишем, значит, цикл. If, так. Здесь, значит, давайте проверим, является ли, хотя нет, давайте сначала сделаем следующее. Сначала достанем отсюда, то есть из слова, достанем из слова букву. Это делается следующим образом. То есть, опять же, в модуле strings есть очень интересная функция mid, которая делает следующее. В первом аргументе мы указываем с вами слово, далее мы указываем позицию той, того символа или той буквы, которая нас интересует. В данном случае давайте напишем i, потому что, то есть, как бы, буквы у нас будут меняться, да, с первой по седьмой. Дальше укажем количество таких букв, которые мы хотим вытащить, а это 1, соответственно. Дальше пишем then. Так. Давайте так сделаем лучше. Так, значит, напишем здесь chars, тоже i, равно. Все. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Мы видим, что у нас появляется массив из 7 элементов. Далее соответствующий цикл. Смотрите, в первый элемент массива попадает буква t, которая соответствует позиции 1, да, в нашей переменной string. Дальше, соответственно, мы видим, что значит, аргумент 2 это 1, а количество символов 1. Если мы начнем обходить этот цикл, то мы видим, что у нас постоянно переключаются, то есть постоянно переключается наша переменная i, и соответствующие символы попадают в наш массив. Так, все хорошо. То есть у нас получился тест 4-3-5, то, что мы и ожидали. Далее давайте сделаем следующее. Заполним массив только исключительно цифрами. А для этого давайте добавим, значит, специальную проверку. Напишем здесь if. Помните один из модулей information, который содержит удобные функции типа isNumeric, который проверяет, является ли переменное числом. Strings. Также пишем mid. Давайте так сделаем. Блин. Then. And if. Так, теперь давайте запустим еще раз. Посмотрим, что получается. Так, значит, мы проверяем, является ли первая буква в нашем слове. В нашем слове, так, тест. Что-то он не возвращает здесь, не хочет возвращать.
То есть это буква Т. Является ли она числом? Если оно является числом, то мы заполняем наш массив. Если нет, то проходим мимо. То есть вот Е. Теперь мы видим, что у нас появляется четверка. Дальше у нас появляется тройка. И, соответственно, 5. То есть сейчас наш массив содержит исключительно только цифры. Все, конечно, мы могли бы сделать так, чтобы массив, скажем так, не содержал лишние элементы в качестве пустых значений, да, то есть чтобы массив был длиной, например, 3 символа или какую-нибудь другую логику, но я, как мне кажется, для упрощения решил воспользоваться именно таким способом. Дальше есть очень удобный способ, как создать из массива строку. Значит, давайте сделаем следующее. Сразу же передадим сюда string значение. Так, strings. Нет, давайте сначала так, strings join chars. Все. Вот данная функция делает очень интересные вещи с нашими массивами. Она преобразует все элементы в одну строку. То есть, если мы теперь запустим еще раз нашу логику. Давайте дойдем до сюда. Обратите внимание, что произойдет с нашей переменной setString. Вот, мы видим, что у нас здесь вернулось значение. То есть, вот эти вот элементы в массиве, да, они превратились в одну строку, то есть с пробелами, что, конечно, не очень хорошо. Чтобы убрать пробелы, давайте воспользуемся еще одной функцией trim. Давайте посмотрим, что получится. Собственно, пробелы по краям исчезли, внутри остались. Но, ладно, это не критично. Теперь давайте сделаем следующее. Теперь передадим наши функции numberString. Все, теперь мы наши функции getNumbersFromString задали значение в виде цифры, то есть в виде типа long. Соответственно, давайте укажем здесь long. Посмотрим, что получится. Все сработало. То есть из нашего слова test 435 мы выделили соответствующие цифры. Давайте укажем здесь какое-нибудь число. Мы видим, что все работает верно. Давайте теперь добавим парочку проверок, то есть вот здесь вот, в самом начале. Давайте проверим, if not string, если число не пустое. Так, vb0 string, then. Так. Все. Так, то есть если наше значение не пустое, то мы, соответственно, соответствующую логику запускаем. Если же у нас значение пустое, то мы просто сюда возвращаем, допустим, наше nd, да? Так, если мы с вами возвращаем nd в виде строки, давайте сюда поставим не long, а variant. Variant. И сделаем еще одно дефолтное значение через else, которое будет делать следующее. Будет возвращать пустое значение. Так. Так, теперь... Давайте проверим, что у нас получится.
Так, все работает. То есть ND работает, только 0 у нас не хочет возвращаться. Потому что вот здесь вот, где мы задали getNumberFromString, давайте сделаем обработку. Следующую. If is numeric. Обратите внимание, я пропускаю модуль strings для сокращения. То есть пишу просто is numeric. String then. Else. And if. Get numbers 0. Вот таким вот образом. Все, теперь все работает верно. Вот таким вот образом мы создали с вами функцию. Я надеюсь, было понятно. Давайте пробежимся просто по тому, что получилось. Значит, смотрите, в пользовательском режиме мы можем вызвать функцию getNumbersFromString, которая получает один единственный аргумент в качестве нашего слова, которое передает пользователь. Это слово передается внутрь тела нашей функции. Первым делом проверяется, является ли, значит, это слово, которое передал пользователю, пустым или нет. Если оно не пустое, то есть если if not string равно vb0, то есть вот такой вот синтаксис, он эквивалентен вот этому синтаксису. Да? Скорее всего, да, можно опустить скобки. Я думаю, что, скорее всего, он будет работать точно так же. Да, все работает верно. Значит, если вот это значение не пустое, давайте протрассируем, чтобы было понятней. Вот смотрите. Так, выделим вот это вот значение. Мы смотрим, что у нас возвращается false. То есть данное значение, то есть string, не пустое. Соответственно, if not false, возвращает true. То есть если не false, то true. Соответственно, срабатывает первый блок нашего условия, то есть условного оператора, и мы заходим вот сюда. Здесь функция len, которая содержится внутри модуля, встроенного модуля strings, возвращает нам число символов внутри нашего слова, а именно 8. Далее мы создаем массив, который состоит из 8 элементов, то есть здесь мы можем посмотреть, что 8 элементов содержится. Далее мы проверяем через встроенную функцию в модуле information isNumeric, то есть является ли буква, является ли она буквой или числом. Соответственно, мы опять же используем здесь дополнительную функцию mid, которая вытаскивает из нашего слова в переменной setter, вытаскивает, значит, буквы по очереди, то есть сначала AF 3-4-3-4, то есть символы вытаскивает, да, а не буквы. А по соответствующей очереди, которая указывается в данной функции во втором аргументе. Итак, мы смотрим, что у нас тут происходит проверка, то есть все первые символы не являются числом, поэтому условие проходит мимо. Как только мы натыкаемся на первое число, то мы видим, что происходит добавление внутрь нашего массива соответствующие символы в виде цифр, да, то есть 3, что там у нас было, 4. Все, входим до еще двух функций, которые делают следующее. Кстати говоря, вот в данном синтаксисе происходит следующее действие. Сначала выполняется внутренняя функция, а потом выполняется внешняя функция. И так можно делать до бесконечности, вкладывать эти функции. Да, они будут выполняться все таким вот образом. Соответственно, сначала выполняется вот эта функция. То есть наш массив chars превращается в число, то есть в строку, после чего строка тримится за счет функции trim. То есть удаляются пробелы. Мы видим, что у нас получился вот такое вот значение стринговое. Далее мы проверяем, является ли наше число числом. Если true, то мы его переводим в соответствующее, то есть конвертируем в соответствующее значение. Возвращается вот число, мы видим 3-4-3-4, да? Вот. И после чего, собственно говоря, срабатывает наша функция, да? Вот, я надеюсь, было понятно. Вот, так, хорошо, ладно. Все, хорошо, спасибо.